Это Варя Корнышева, ей 7 лет, и она собирается в первый раз в первый класс. Я хочу пойти в школу, завести новых друзей, учиться на пятерках и пойти в школу в красивой форме. Девочка уже с нетерпением ждет 1 сентября и ни на минуту не расстается со своим новым портфелем. А в нем настоящие сокровища первоклассника. Еще чистые тетради и новые учебники. Это моя азбука. Там для прочтения. Ты уже прочитала, наверное, все? Прочитал. Я еще не читала. Прочтение, про рассказ. Еще про лесу и рыбака. И вот про доктора Айболита. Как бы не хотел ребенок учиться, школа для него – это начало новой жизни и всегда стресс. И прививка от первого класса могут стать только любовь и помощь родителей. Хотя они и сами волнуются порой больше детей. Психолог Наталья Наумова советует по выходным обязательно играть с ребенком, а в будние дни четко соблюдать режим дня – время подъема, завтрака и выхода из дома. Но это нужно делать не в делегированном форме, не в назидательной форме, а вот в такой совместной. И мама, и папа, и ты вместе с нами. Тогда он вместе войдет вот в эту четкую какую-то дисциплинарную решетку без стресса. Не нужно требовать от ребенка слишком много. Родителям нужно так выстроить отношения, чтобы первоклассник знал, даже если что-то не получается, мама с папой все равно его любят. Марина Матвеевна, Максим Гусев, «События».